Свежий номер «Одинцовской недели» уже приехал в город из типографии. Обо всем по порядку. На ВДНХ открылась выставка «Форум Россия», экспозиция «Подмосковье» в 75-м павильоне. Здесь 3D-путешествия, встречи с известными людьми и игровая зона. Обязательно прикоснитесь к интерактиву. У полиции профессиональный праздник. Корреспонденты ОТВ и «Недели» побывали в гостях у главного правоохранителя округа. Газовым баллонам место только на улице, что сулят новые правила обслуживания оборудования для голубого топлива в бытовых условиях. Врач Александр Медикари рассказал, когда же стоит вызывать скорую, а в каких ситуациях с этим можно повременить. Дорожные инспекторы всерьез взялись за доставщиков продуктов, которые нередко устраивают гонки на дорогах. Теперь появились ограничения. Кстати, в нашем телеграм-канале мы провели опрос. Оказалось, 29% жителей пользуются доставкой продуктов. Стройна, скромна и мила в общении. Подготовили эксклюзивное интервью с трехкратной чемпионкой России по гимнастике Екатериной Капрановой. Эти и другие новости найдете в свежем номере «Одинцовской недели». Бумажный вариант можно взять на фирменных стойках, а электронную версию прочитать на сайте. С вами была Олеся Лукина. До встречи!